пизда тебе. Пиздюк ебаный. Так. Паша умеет общаться с тем, с кем надо общаться, да, Паша? Это польский дождь. Это польский дождь. Здравствуйте. Ты знаешь, где ты находишься. Ты знаешь, кто вещает. Поэтому не будем тянуть всякое за всякое. И сразу небольшая оговорочка. А хрен его знает, что сегодня будет с Ютубом. Вот, потому что мой провайдер охерел. Он мне через раз выдает... то, что... как эту картинку, я не знаю, что там. То, что ресурс заблокирован РКН. Поэтому я не знаю, насколько стабильно будет работать сегодня Ютубы. И будут ли работать вообще. Вот на данный момент я их не вижу. Я не знаю, что там с чатами. Не знаю, вообще идет трансляция туда, не идет трансляция. Хрен узнает. Я вот... ВК я вижу конкретно. Вот это вот 100 пудов. С ним все хорошо. Вот, что с ютубами, понятия не имею, у меня даже вот по статистике нет, у меня прочерки, я не знаю, что там. Вот, короче, Heavy Rain на твоем экране, продолжаем мы наше эпичное польское прохождение, да, здорово, по крайней мере ВК, если кто-то есть на ютубе, ну, если то идет трансляция, вам тоже привет и в записи тоже. Кто будет смотреть отдельный и большой. В общем, если что, вдруг перезалив будет на YouTube, если кто-то рассчитывал потом запись посмотреть. Вот. Ну, а кто пришел, тот пришел. Собственно, я приветствую тебя. Так, продолжаем, собственно, нашего польского товарища. Щупать за интересные места. На самом деле я не особо помню, что нужно сделать. Я вообще не помню, где мы остановились. Прошлый стрим шел 4 аж часа. Под конец я уже немножко был совсем не в кондиции, можно так сказать. А сегодня в шляпе, да, это атрибут плюс, я не помню, сколько он дает к скиллу, плюс 15, по-моему. Так, можно заглянуть на часы. Окей, а дальше что? Что же дальше? А зачем? А, подожди, у него должны быть мысли. Вот они мысли и... Так, куда он хочет выйти? Выйти в окно. Надо выйти отсюда, иначе я сойду с ума. Ага, письмо, какое письмо? Какая-то... Какое нахер? Я не помню. Я не помню. Если выйду, скочу на мне, а потом зарзуцам пытаниями. Не. Не могу. Не могу говорить. Багажные квитанции, окей. Ладненько. Я так понимаю, надо свалить из этого дома куда-то вниз. А, подожди. У нас же что-то можно здесь посмотреть. Эпичность. Это типа рабочий кабинет. Что он хочет... Тож прислал мне лист. Это письмо мне прислали не случайно. Какое нахер письмо? А, где-то у него письмо на столе. Должно быть, я так думаю. А вот только куда он его сунул, вот это вот уже большой вопрос. Собственно,
Или мы его читали уже с Ваней в том стриме. Чё-то я не помню. Максим Осётр, призываю. А, вот, подожди. Вот там где-то столик. Вот. Да, тут нету ни хера. Вот, собственно, продолжаю повествовать по поводу... Как со звуком? Как со звуком, господа? Не очень ли громко твоим ушам? Если что, могу в настройках сделать чуть потише. Так, а здесь мы тоже можем, да? Вот, собственно, как это было с Хатредом, но в Хатреде мне просто было лень делать все анонсы, поэтому я исключительно в ВК стримил. Вот потом просто на Ютуб было перезаливчик был на Ютуб. Вот. А сегодня у нас, конечно, ситуация немножко другая, хрен его знает, что там идет или не идет. У меня по-прежнему в очерке. Это был репост, насколько я выучил все эти штуки донатные. И спасибо. Так, а куда-то надо выйти как-то туда, я так думаю. Потихонечку, потому что дальше через забор он перелазить не хочет. Совсем от слова. Так, а можно, наверное, в машину сесть, если это наша. Я хозяин тачки. Все отлично. Так, а пристегиваться не будем, да, уже как нам в начале. Ой, вибрация. Мой первый вибратор. Так, ладно. F2. Тупо идет. Ну, у меня вот он не идет. Вот, совсем у меня прочерки. Хотя вот чат отображает, да. В какой-то степени. Вот, и важно, один YouTube идет или все YouTube идут. Здравствуйте. Господа, нас тут уже собирается достаточно, muszę, в принципе. Muszę przebić się przez tłum. Nie, и больше. Nie dam rady. Po prostu nie dam. В общем, на площадочках, поэтому прожимаем лайки и прочие прелести, чтобы попасть, так сказать, в вершины списков. Nie dam rady. За dużo ludzi. Так, за что? Затужучу. А, блять, надо по этой самой. У него. У примата, как мы определили в прошлом стриме, какие-то припадки, я так понимаю, типа панические атаки. Я пока буду трясти гейпад, у меня шляпа спадет с башки. Это совершенно точно. Что с тобой? Польский друг. Время сна. Это как адреналин, походу, да, действует. Он слишком ускорился. Здорово, да. Вот, я тут еще немножко приболел, прям сегодня, можно так сказать. Я кашель, у меня температура, превозмогая, собственно, ее стримлю я для тебя. Так, Джейсон! Джейсон, мать твою! Одесси патрон. А, нет, то был Джонни. Тут Джейсон. Ну, ладно, сегодня будет. Джейсон, одесси патроны, мать твою. Так, где ты? Джейсон!
Джейсон, красный шарик из ОНО нам сегодня демонстрирует польский... А, вот, папа. Папа, да. Я вижу шарик. Джейсон! Ну ты ему еще на ухо покричи. Ну, я понял то, что надо на улицу выйти. Джейсон! Что это было? А, вот так вот, да. Все, отлично. Я запутался маленько. Что за игра? Можно глазки опустить. Там написано «Польские дожди». Это Heavy Rain. На твоем экране. Отпустила. Камера хранения. Еще бы вспомнить, зачем туда и почему он метается туда-сюда обратно. X. Жант 18, скрытка номер 3. Ряд 18, ячейка номер 3. Окей. А где ряд 18? А, так, подожди. А как посмотреть? Какой нахер... вот, это ряды. Точно, ряд 16. 17, подожди. 15, 16. А камеру как-то можно? Спасибо. Ряд... Слушай, а чё так все запутано? 19. Вот, ряд 18. Ячейка номер 3. Как-то так, наверное. А открывай скорей. Так. Давай. Быстрее ты успеешь. А там... Что там? Что же там? Кусок ляжки Джейсона? Лайки поплыли. Спасибо. А в отеле наш товарищ, насколько я понимаю. И далее. А, у него есть мысли. Шон? Как связана эта коробка с исчезновением Шона? Ну, блядь, ты ее открой, наверное. Вот, и это не повод, так сказать, чтобы задирать пенис так высоко. Открывай, сука, рукожоп, я. Пистолет, телефон. Чё ещё-то? Чё? Палец, нога, член? Что ему прислали? Ящеричку. Или бегемота. Пистолет. Вот это самое главное. Берет. Максимка, два ствола. Собственно, кто помнит, тот помнит.
Я не знаю, к слову, насколько будет длинный стрим. Ну, идет, Максим, то, что хорошо, только вопрос, стабильно ли. Я вот не знаю. Готовы ли вы проявить смелость ради спасения сына? Гараж и парковка Джо, 4988, Рузвельт Авеню, Лексингтон. Так, это мы уже видели. Это что за хуйня, бабуйня? Это флешка такая. Замечательная флешка. Ну, хотя там год хер знает какой. Помоги. Спасите, папа, где ты, папа? Зимноми. Тато. Тато. Тато? Тошка. На что готовы пойти ради того, кто вам дорог? На что ты готов пойти, Итан Примат? 5 фигурок оригами. Каждая фигурка — это испытание. Награда за каждую букву. Из букв сложится адрес. Окей. Ствол, да. Ствола всегда бери с собой. Под кровать хотя бы. Забрось. Польский дождь. Все яростнее. Блин, а уже 20 минут прошло от стрима. Обалдеть. Вы получили доступ... Не, к награде нам не надо. Так сказать, КГБшник. Не дело под впływem импульсу, але bardzo dokładnie planuje swoje zbrodnie. Сидящий плотно на какой-то дряни. Голубой, по-моему. Нет, в смысле дрянь голубая. А хотя может его тоже не знаю. Здорово, да. Здорово. Шучим. Лукас и ВК, по крайней мере, вижу. Спасибо. Так, чё, спокойствие, только спокойствие, чем ты там махаешь, там у тебя какая-то... Может, в książkach się to sprawdza, ale tu chodzi o życie dziecka. Niech pan mówi dalej. Продолжайте дождь. Jeden szczegół zwrócił moją uwagę. Вот что мое внимание, время, так, что-то там жир, слишком быстро он вещает. Я не успеваю. Плюс-минус 10%. Co to niby znaczy? Wszystkie ofiary utopiono w wodzie deszczowej. Zabójca działa tylko jesienią. Зачем я жмакую треугольник, если картинка не меняется? Абсолютно. Który powoli napełnia się deszczówką. Im mocniej pada, tym mniej czasu zostaje ofierze. Потом заёмся к географическим раскладам Мордес. Субтитры есть, они большие. Если что. Какой я минут 20 запускал? Что ты городишь, Максим, блин? Не 20 минут я запускал. Я минут 5, наверное, от силы. Как дуже есть та стрефа. И какова же площадь сейчас? Всего этого говна? 10 квадратных миль. А, замечательно. Будем разыскивать пешком. Да, тут, кстати, сложность-то я поставил высокую. Собственно, больше кутые моментов. Каждая колейная всказувка поможет нам завензить стрефу. И где-то я могу зафейлить, и как в прошлом стриме мы определили.
То, что значит, я буду проходить так, как получится, без перезагрузок, собственно. Кто сдохнет, тот сдохнет. Кого выебут, того выебут. Кого, блядь, заберут в анальное рабство, ну, значит, того заберут. Блейк, вы меня заебали уже. Сколько вы еще его ищете? Два года, три, их нет, нихера. Вы не нашли. Я слишком быстро, эти поляки, чертовы. Я не успеваю за ними. Сраный бюрократо. Набросится успокоительно. Узбагузи. Дождь тего. Дождь хэко. Победил пан же, когда спал. Видимо, говорит, дождь идет там за окном. Погода хуёва. Или часу нам застало. И действительно. Патшунс на прогнозы погоды. В чем-то он прав. А, у тебя ж мысли должны быть, я не забываю. На какую букву это? Никого не ма. Тратимы тут только час. Никого нет. Але может jednak warto другой раз поистует. Там есть пусто. Там есть пусто. Już nie. Чёртовы гуляки. То хиба незгодне с правом. Хьюстон, сейчас мы всё исправим. Замечательно. Pabam. Zdaje się, że Nathaniel Williams pabam. To wierzący, praktykujący. Pabam. To bogobojny idiota. Це Біблія, да? І стакан не візьмусь назвати це молоком. Убздурав собі, що я сам самим антихристом, і що прибувам на землю, щоб його преслідувати. Правдиво. Посмотрим на кресты, ну, хорошо хоть не перевёрнут. Так, у тебя должны быть мысли. Воздух, что с воздухом? Как здесь душно? Окна не открывали много лет. Ну, давай откроем, что ли? Нет, Блейк, что? Брак наказу, то жадный проблем. Орден, понятно, он все негодует по поводу лейтенанта Блейка, или как его там. Диагноз невменяемый, я понимаю. На тле религийным, połączone с комплексом ofiary. Świece wciąż się palą. Niedługo powinien wrócić. Ну, религиозный уголок, да, все стены усыпаны крестами, свечки, окей, ну, это, я думаю, квартира... Фасет зашухи приножи и стратил контакт с рзечевистощу. Патриарх, извиняюсь, петушарха. Так. Господи, блядь. Кокос пророк наш. Чё такое? Чё случилось? Так, у него одна мысль осталась. Убийца. Не треба профилюющего, чтобы заметить, что это не мордерца. Чтобы понять, этот человек не убийца. Ну да. Понятно, он просто... Просто верующий. Наверное. Подожди. Давай туда. Давай сюда. Ну, вот. А, чечетки. Письмена. Стена плача. Так, подожди. Ты что-то тут еще нашел? А, ну нормально, на метадоне чувак сидит так плотненько.
А, здорово, Джейсон, здорово. Его матриарх Педрил... Да, матриарх Педрил его точно, наверное, покусал где-то в подворотне у дома. Так как камеру сменить? А тут я уже был. Я тут уже ходил. А, вот. А, товарищ покусанный пришел. Ты кто такой, мать твою? Или чё? В самом поре, Наталья. Właśnie ciebie Натаниэль. Aniołowie, miejcie nas w opiece. Ангелы силы небесной. Jestem agent Norman Jaden z FBI. Chciałbym zadać panu kilka pytań. KGB! Świadkiem. Nic nie zrobiłem. Jestem niewinny. Руки за голову, мордой в пол, глаза не смотреть. Możemy porozmawiać? Урест, развлечение, распять... А... Натаниэлю, czy pamięta pan, gdzie pan gdzie był wy byli прошлый вторник вечером? Tu. Byłem tutaj, modliłem się. Нашелся, Джей, да, да, все. Был tu może ktoś jeszcze? Нам нужен... Подожди, мы сейчас Джейсона вообще искали в начале стрима, там поэтому бегали. По, co pan по торговому центру, Boś когда у него приход... Zbliża się godzina. Словил он, Божий спадне на люди. Он там это бегал за шариком и Джейсоном. Aresztowano pana w związku z zaginięciem dziecka w parku. Co się wtedy wydarzyło? To nie ja. Я не виновен, я никого не убивал. Ай-яй-яй. Арестовали меня, бо... Это кто, Джейсон или Шон помёртв? Я, блядь, вообще, я запутался. В этом дерьме просто совершенно и напрочь. Первый пиздюк, это, он его сам, по-моему, угандонил. Ну, мы помним по первому стриму. Co ci mówi Natanie? Blake, co ty robisz? Nie mogę powiedzieć. Nie wolno o tym mówić. No to jak go zwali, ja nie pamiętam. Tam, po-моему, ofiar, potrzebuje ich więcej. Мне всегда казалось, то, что какой он там выбор в самом начале сделает, тот и подохнет. Но что-то потом мне в чате объяснили, то, что это вообще совсем не так. Ну хуй его знает, я по-прежнему верю. Chciałeś, żeby w końcu przestały, co nie, Nathaniel? Dość, похуй, говорит, блядь. Więc posłuchałeś, żeby ucichły. Blake chce go chyba złamać. Ale do czego wtedy nam jego zeznali? Nie! Dość! Zabiłeś ich, prawda, Natalia? Co z dażdżem to, blядь? Przyznasz się, czy nie, sukinsynu? Да все, он просто это, у него РПЦ головного мозга, как бы. Стреляй! Ну уж, Натаниэль, никто не хочет тебя скривить. Отлучь бронь. Поручник Блейк опусти наш свят właśnie teraz и повруч до Królestwa Ciemności. Pomiocie szatana, zaklinam cię, wracaj do Królestwa Ciemności i zostaw tego tu Nataniela w spokoju. Muszę ujobnąć. Demonie, pożałujesz, że stanąłeś na drodze sługi Bożego. Potęga Pana zetrze cię na proch. Da idzie nachuj. Ja... Zastrzeliłem go. No, na to wygląda. Mówi się trudno. Dobra, chodźmy. Блять, убеждать, что время свое тратить нахуй. С этим, блять, ты на этого РПЦшника, блять, ебаного. Так. Джейсон сдох, Шон живой, Шон сдох, Джейсон живой. Это мы. Без разницы, кого выберешь. Да ладно, без разницы. Я верю то, что не без разницы. О, мне от ачивку дали какую-то. Обман или что, я не успел прочитать. Так. Детектив-мудак у нас на экранах.
на сегодняшний момент. Орёт пиздюк. Nic. A w środku ryczy dziecko. Niezły początek. Szkura co dziecka, блядь. Ja nie знаю, jak to перевести. Да куда ты? Ну приду. Ну зачем? Ну развернись. Ну... Ну что ты делаешь? Почему? Назад. Пожалуйста. Вот, спасибо. Все хорошо. Может, я забываю на L1 камеру менять просто. Где вся... Я не знаю... Но он, судя по статистике, народ достаточно на площадках. Вот у меня появилось все здорово. Вот. Но во всяком случае, меня больше ВК интересует и как бы после стрима общую статистику я соберу. Ну, по крайней мере, ВК-шную точно. Потому что Ютуб у меня по-прежнему отказывается работать. И, ну, через раз вот я стрим ВК смотрю, вот сам. Но чаты вижу почти все. Твич у меня не показывает. У меня он желтым горит. Остальные Ютубы прочерки опять. Не знаю. Миссис Валет. Есть там кто? Есть там кто, да. Есть мистер Пиздюк. Шукаешь своей мамуши? Мамушка. Что с тобой заделать? Хиба никого нема в дому. Никого не дому. Вот. Это что? Это... все кончено, я больше не могу. Позаботьтесь о моем ребенке. Окей, сейчас позаботимся. Можно тебя за ляжку взять и выкинуть форточку, пожалуйста? Почему игра не дает мне такой возможности? Ебаные личинусы, я могу съебаться. От Седова. Не могу, наверное. Так, подожди. Пани Волс! Пани Волс, есть пани! А, надо было пиздюка, наверное, убаюкать, но похуй. Не нассать на него. Мы будем ломать дверь. Детектив мудак. Это будить шлюху. Пани Болс! Специально. Пани Болс, слышишь меня, пани? Обучье! Обучье! Обуча. R1, L1, я, блядь, путаюсь в кнопках совершенно. Мне не хватает. Она тоже на метадоне, мне так кажется. Я не хочу в больницу, я хочу умереть, наверное, да? Или что? Ма пани coś, żeby mogło patrzeć ranę? Перезарядить рану чем? Знайдзе się. Proszę się nie ruszać. Зараз вруца. Я, говорит, не русский, я пойду в туалет, наверное. Я не знаю. Ну, там же должно что-то быть-то. Вот где-то здесь. Тего. И тего. И тего, и пигум. Что вообще происходит, о чем он говорит?
На пиздюка нассать, он там уже обосрался. Все будет в порядке, наверное. А надо было обеззаразить, мне кажется, сначала. Тут нассать, сдохнут, так и сдохнут все. Обучь себя, Сузан. Сузан. Слышишь мне? Надо покрутить правый сосок по часовой стрелке. Далее, учи. А куда ты пластырь собрался клеить, придурок? На бинт? Зробила, что могла. Повинна затримать. Пластырь? На бинт? Даже рана не будет глубокая. Ну? Что спать? Серьезно? Dobrze? Моя мала потребует мне. Я отказываюсь понимать что-либо. Proszę tu zostać. Ja zajmę się dzieckiem. Dobrze? Zna się pan na tym? Na dzieciach, znaczy się. Na dzieciach, mówię, znaczy specjalizujesz się, blady. Znam się na wszystkim. Ma na imię Emily. Да мне похуй, как тебя зовут, блядь, Эмили или не Эмили. Ёбнутая баба. Так, о, надо это самое. Руки помыть. Как завещал нам Ричард Би Ридик, да? Типа, всегда смывай за собой. Так, добрый баб берет и выкидывает личину в окно. Ну да, да. Чё б нет. Так, чё мы вообще можем-то? Он орать прекратил, значит, можно его в бак выкинуть, я так понимаю. Так, с этой чё, Эмили... Мамуся будет жить. Мамуся вроде в порядке. Теперь пиздюк. А мистер... Где ты входил, был приватным детективом. А сейчас я стою нянькой. А мистер пиздюк, где ты? Я пришел за тобой. Ну, хотя лучше что-нибудь въебать, вискарик. Cześć, Emily. Привет, jak? Хуя, ну Powiesz, что тут у нас problem? Стряслось? Обхуячился, chyba пидораса. Усоль. Ёбаный в рот. В окно нахуй выкинь. Выкинь, блядь. Фу. Выкинь его. Добра. То як ще то робило? Детектив умеет все, да. Может умеет, может не умеет. R1. Вот сюда. Вот сюда. А можно отпускать все. А я помню, как проходил вообще вот в первый раз. Я все кнопки держал. То есть, даже когда они исчезали. И, то есть, понимаешь, мне вообще пальцев не хватало. Я там, блядь, носом там какую-то кнопку, блядь, зажимал. Все. Как-то так происходило. Что есть? Мы же вроде... Да чё? Да дай ему водки, ёбаный в рот. Есть водка. Есть самогон есть где-то. Где-то вот бутылки, да. Вот бутылки. Все. Да куда ты назад-то пошел, придурок? Бери бутылку, дай мистеру пиздюку, нет? Да ебаный в рот. Что ж ты такой, блядь, корявый, неуклюжий. Лепей подгреем обядок. На стриме на СГ, так кого я там держал на стриме на СГ? Я что-то не помню, кого я там. За ляжку держал и в окно выкинул. Ой, что-то, что такое? Что-то подогрелось.
Чё, Турция? Чё там с Турцией? Теперь я знаю, почему плачешь, моя почему? Сокровище. Нахуй сокровище, блядь. Посади его на бутылку. Лучше. О, Эмилия, изголоднялась? Самый крутой будет вариант. Просто охуенное развитие событий. Чтобы ощущение заглавило, так? Кавабанга, блядь. Нет. Ну, те знают, да? Кто видел кавабангу. Нахуй ты все выжил, блядь. Ержан. В окно, блядь. А, это тыкать надо. Затыкать в кружок. Ну, добрая работа, Эмили. Ну, уж ще лепей, правда? Добра. Тарас? Папа, качаешь ты на чем ее? Так? Добре. А, ну, хоть так. А еще... А то и не хватало нам еще страйков за детскую порнографию. Так. 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 Бля. Не умеешь, не берись, блядь. Сука, какого хуя? Что ты делаешь, осёл, блядь? Детектив-мудак, ну, в натуре. Ай, надо было по чуть-чуть нахуй выйти, блядь. Сука, тварь. Ёбаные дети! Przepraszam, малютка. Что, блядь? Маш дождь колысаня, цо? Ааа. Бей ребенка, столкни ему полностью бутылку. Вот я и говорю, да, лучше, блядь, на эту, на бутылку бы его лучше посадил бы. Вот это было бы эпично. Но я не думаю тогда, то, чтобы игру пропустили вообще в какую-либо продажу. Потому что, потому... блядь, почему-то у нас не жалуют убийство вот этих вот пидорасов маленьких. Так... Все, ну хоть положил. Нахуй. Кинул туда, блядь. Лежи, пидор. Так. Надо к этой самой бабиче прийти. Я надеюсь, я в правильном направлении иду. Спасибо, что... Помогли с дочкой. Не хочу ей заставлять. Ну теперь снимай себя и показывай интересные вещи. То жене Баджера не могу жить без диджея. Чего? Не разумеем, кто мог ему это сделать. Чи сама пани займуешься детским? Урну в другом месте. А зачем мне урна? Вот если личину столько выкинуть, я не знаю, зачем он его в эту положил вообще. На другий день по Джереми. Не знаю, что с ним стало. А где его мысли? Может... Нету мыслей. Может, не могу вытримать. С тех пор, как он ушел, блядь, мы с Эмили остались вдвоем, я так понимаю, насколько я понял из польского диалога. Потому что я субтитры читать я не успеваю. Просто. Чи можешь разговаривать с панией, за ним зникнул? Заставил, может, какие-то... Не знаю. Есть, чи что? Как-то они быстро скачут. Не. Так, что у нас там по времени? Вышел из дома без слова. Скоро перекурчик можно будет делать. Заставил только комурку. Комурка? Комурка? Так, в его комоде знайшла телефон. Na pewno nie był jego. Pierwszy raz taki widzę. Chciałam go włączyć, ale nie działo.
Чейби Чанги. Ripuść. W dużym pokoju. Może pan go zabrać. Na pewno panu przyda się bardziej niż mnie. Сабы, насколько я вижу, в принципе, большие. Какие мы не сектанты. За подписку спасибо. Я выучил. Я все выучил. Я выучил донатные вещи. Не догадуемся. Где подписка, где репост? Не мам выйти. Прошу дбать о себе. И Эмили. Добже. Обещаю. Чё, блядь, где мысли твои? Телеглазер. Так поведёшь, Сузан. Нам нужно позвонить по телефону. Телефоновые ящики, конечно же. Да. А давай как Итана вонзи туда свою флешку, нет? На зарядку поставить, нет? Чё? А, вот. Ой, лечилась. Опекуйся, мамуша. А, я думал, он её заберёт сейчас. За ляляшку. И ведро. Так, чё он? А, у него мыслей вообще уже нет никаких. Так, ну чё, всё, выходим нахер в этот самый... В мир иной. Или нет? Зачем приходил, блядь? Почему? И все, бля. Пришел, накормил личинуса, поменял подгузник, я не знаю, вытащил какую-то бабу из ванны и уехал, бля. Просто спиздил мобилу, короче, из ящика, и уехал. Все, блядь, профит нахуй. Шум электронов на экране телефона. Я не знаю, я что-то не увидел. Я не обратил внимания. City Carriage. Так, что у тебя? Квит паркингов из фигурки оригами походит с того гаража. Квитанция на... Ага, я понял, то есть... можно как-то войти в дверь? Нет, в дверь по всей... А, во, это, мехвод. В смысле, мехвод, блядь. Механик-водитель. Так, простите. Да пни его по яйцам. Эй! Przepraszam, не зауважуем вас. Ха, пидор, не знаю, чем я могу вам помочь. Репост очередный. Спасибо. Так. Я пришел забрать машину. Вот это вот интересно, да, уже. Вообще у нас сейчас перекур, мне кажется, уже должен быть. Сколько времени-то? 20... Ой, черпливый с пана человек, шефе. 20... 58, да? Co miesiąc bierzemy go na przejażdżkę i sprawdzamy. Блядь, у меня разное время. Jak pan sobie życzy. На планшете у меня 22.58, на компе 22.54. У меня перед глазами стоит тот... Да какой нахуй колодец? Как przynajmniej żyje. Zrobię wszystko, żeby go wyciągnąć. Jak ja pan chce, to je tu zostawię. No to na razie, miłego dnia. Машина. Auto? Ktoś mnie wysłał, żebym szukał auta? Блядь, да какая машина-то? Я проебал все на свете. Czy mnie tu już nie było? Nie pamiętam. Nie pamiętam.
Так, о, расскажи мне, товарищ. Товарищ! Товарищ! Алло! А. Все, я понял. А, и игра поняла, то, что я дебил, и, короче, она мне подсказывает, куда надо идти и чё надо брать. Авто есть тут от 2 лет. Машина здесь 2 года. Замечательно. А как? А, во. А, лифт. Замурчательно. Поехали. Вперед и только вперед. Зачем назад-то? Ты собрался, товарищ. Так до 12, наверное, буду стримить, потому что еще час. Ну, примерно, плюс-минус. Потому что что-то чем ближе к ночи. О, нашел. Тем болезнь. Что-то дает о себе больше знать. Я говорю, что-то я сегодня прям вообще приболел. На ночь окно стало открыто, проснулся, блядь, у меня кашель, сопли. Под вечер температура поднялась, и, собственно, превозмогая болезнь чертову и себя, я все-таки решил сегодня отстримиться, потому что еще в пятницу или в четверг он был на сегодня запланирован. Точнее, на вчера, по-моему, вообще, да, на вторник стрим был запланирован. Оглядеться. СМС-ка, извиняюсь. Так, что ты нашел? Так, что там сейчас будет первое испытание? Вот испытание. Так, я не знаю, будет сейчас первое испытание, будет сейчас, блядь, не первое испытание, но сейчас мы, короче, осмотрим мужчину нашего. Вот, и надо будет вообще в целом как бы сделать перекур, потому что очень надо сделать перекур. Так, и вроде тут уже больше ничего нельзя сделать. Твой цель знайду еще 4 километра. Хуй, чё, какой хуй, чей хуй? Ёбаные поляки, блять. Так, ну заводи. Такие врум-врум. А сейчас кутыешки, по-моему, будут. И если я прав, если сейчас будет кутые, мы ставим на паузу и делаем перекур. Практически GTA 3. Такой же графен, блядь. Вспомните 2000 год. И, кстати, GTA-хи будут тоже серии прохождений, начиная с третьей. Первый, второй я не буду проходить, потому что первый вообще смысла нет. Второй, ну, такое. Тоже, не, она прикольная, но... Нет, для стрима там. Слишком долго, слишком утро. У меня, блядь, жопа сгорит быстрее. Вот, начиная с третьей, можно будет... Третья — это Vice City, это San Andreas, это четвертая, это эпизоды, это пятая, плюс онлайн. Уда мне сейчас. Зробить всё, чтобы уратовать... Джейсон! Джейсон! Не хочу умирать. Я не хочу умирать, только шелю... А, чё?
Jeśli się uda, będę miał dalsze litery do szubienicy. Ja... To mój jedyny trop. Jeśli on, короче, выдержит, получит все буквы себе туда. Все, да. Сейчас будет QTE. Я точно, я все. Шанклод. Какой? Шанклод. Шанклод примат. Вроде. Нет. Какой? А, в третьей GTA. А, да, в третьей GTA как Клод. Да, он назывался, он еще не говорил. Ни разу ничего. И хуй его знает почему. Господа, 23:00 стрим идет час, делаем перекур небольшой на 2-3 минутки и продолжим еще часик. Вот, я, ну, вообще я рассчитывал как бы на 5 стримов, в смысле 4 стрима основные, один стрим таксидермист, но покуда сегодня я долго не высижу, 4 часа не потяну, тогда, похоже, все растянется на до 6 стримов. Вот, так что идем за чаем, за кофе, либо же за отважными напитками, которые рекомендованы мной, и возвращаемся к примату и к местному GTA. Собственно, через 3 минуты увидимся, перекур. Да, я даже заглушку не буду ставить.
все взяли. Сейчас будем продолжать. А, перед продолжением настало время охуительных историй, да? Максим знает, о чем я. Я полез в ВК. В пост. Там что-то интересное должно быть. Его любимая. Ну-ка. А, нет. Там только Лукасы. Это замечательно. Это хорошо. Да, кстати, мне периодически пишут люди, так сказать, чтобы, ну, хотят модерировать все наши вещи на площадках. Вот, и специально для этих людей я сейчас говорю то, что вы бы опасались этого дела, потому что вы думаете, почему у нас все площадки, все 8 штук, модерирует один человек? Куда делись остальные модераторы? Я подозреваю Максима в рабовладельничестве. Так. Тут у меня кокос ходит. Так что опасайтесь. Вот так он возьмет вас, а потом окажетесь в анальном рабстве. Вот. Блин. Отвечать мне за это вообще не хочется. Ну, твое здоровье. За победу. Продолжаем. Кутыешечки, наши любимые. Принять, конечно. Нужно это зарубить для Шона. Не мам выйти. Я должен зарубить для Шона, да. Сейчас, короче. Такие врум-врум. Ну далей! Оттуда! А сюда! Туда хочу! Я не вижу, правда, что там происходит впереди планеты всей. Но я поеду сюда. Рули! Ой, молодец какой. Мэджик Кей. Чё? Шипкей? Чё он несёт? Давай! Вперёд! Ну, можно было бы избить. В принципе. Почему бы нет? Та-та-та-та-ра-та-та! Ту-ту-ду! Вы помните, да, этот... у антикульта? Маджики. Брось, чертовы дороги! Вперед! И только вперед! Деус Вульт! Ебашьте всех! А там разберутся. Кто верный, а кто не очень. Курва! 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 Курва нет! Туда. Но я что-то сделал. Опять курва у него.
Эльду... Вообще не получается. Пизда тебе. Примат ебаный. Пожалуйста, то нажмите на L1. А, тут наоборот, перевернуто, блядь. Буэно. L1. R1. R2. Туда. Флешка! Сектор приз на барабане. Легкая эротика. Те, кто видел, тот видел на старых стримах халатных. Бей в посуду, я плачу. Чё, он Рауля зовёт? Всё происходит. А, сейчас откроется буква! Крутите барабан. Ничего. Тан-да-да-дан, блядь, или я не помню, какая там музыка была. Ну, конечно! Вздох, телефон. Конечно же, буква хуй. Автомобиль, да. Как-то поляки зашли у нас на прошлом стриме. Как-то получилось. Так. Мэдисон Пейдж. А это тот же отель, да? Где поселился наш примат. Да, бубец на экранах. Скаре. Максим еще не выложил нога. Он почему-то еще не захотел выкладывать, что он рисует от нога. Ой. Грязный Гарри, блядь. Czym mogę służyć? Szukam pokoju. Stawką w tym wyścigu jest dla ciebie dziecka. Wszystko. Michael Nedy, ICN. Wypełnij formularz. Zapomnij ankietę. Сейчас заполним. Давай.
женщина. Блять, у меня YouTube опять не работает. Нихера, у меня он опять прочерки показывает. Зато ВК вроде нормально херачит. Вот я по крайней мере, стрим ВК идет четко. Не вем еще. Покой 201. Остатнее пентро, сходы по правой на подвор. Номер 201. Замечательно. Деньги. Приемность по моей стране. Street Fighter, да? А, нет, это... нет, это фристайлер был. Замечательно. Надо идти от администратора, сиська. Ключа от мотоцикла. А, 201 или 203? Я уже забыл. А, вот. Для дебилов. А, номер 201. 201. 201 это у нас наверху. Я так понимаю. А как подняться наверх? Вот это вот большой вопрос. А можно как-то... Покой 201, сходы по правой. По лестнице направо, верхний этаж. Вот я пошел направо. А как наверх подняться? А, вот. Вот оно, лесенко. Так. Та-дам. Та-дам. Та-дам-та-дам, задничка. А... какой нахуй незнакомец? Кто что есть? Чи он есть раненый? Где, блядь, номер 201? Твою мать. Я же на втором этаже. Ну, по логике вещей, как бы номер должен быть на втором этаже. На первом типа сотые номера, на втором должен быть, собственно, 200-е номера. 205. Окей. 207. Как это работает? Почему? Почему? Всё хорошо? 207-205, блядь. Без беспокойства. 206 типа напротив? Jesteś ranny, potrzebny ci lekarz. Nie, tylko do pokoju. Pokój 207. Zaupokój jego 207. Ну, 207 где-то там. Только вот что его видели. Пошли, ёбаный примат. Это, а это 205, вот 207. Маш ключ? А это вот это. Я путаюсь что-то в этих В1, R1. Очень страшно. Направда зле скажем. Потребен тебе лекарь. Хиба мам жебро альбо два к врачу. Przeżyję. Обязательно. Але боли як диабли. Та рана на голове страшнее крови. Какой ужас. А, нужно ему дать каких-то лекарств. Да, вот где-то здесь они должны быть. Ну, тоже не особо густо. Бери все нахуй. Треба ему отказить те раны. Продезинфицировать.
Возьми обратно. Trzeba mu odkazić te rany. A нельзя как-то сразу все. Teraz zdezynfekuję ranę. Może trochę zaboleć. Zdezynfekuję ranę, mówi. Tak, co to? Вообще, наверное, после вот этого эпизода будем заканчивать. Что-то вот я уже прям себя совсем не очень хорошо ощущаю. Вот. Температурка все-таки тоже дает о себе знать. Przepraszam. Да ёбни ему в голову уже, блядь. Będę ostrożniejsza. Буду осторожнейше. Прямо аккурат, блядь, прям чувствительный сосок. Już. Chociaż zakażenia nie będzie. Теперь не будет заражения. Блять, кто там? Ну, вот это уж. Вот это вот я что-то прям вообще не знаю, кто это. Поэтому. Поэтому. Так, чё ещё там есть? Паракомоль, сиротик противбулевый. При сильной боли по одной таблетке в сутки. Сейчас мы его еще транквилизаторами нахуярим. Ну-ка, жри. Маш, вещь то. Маш, что то? Въеби парочку. Приноси улга. На пудełku есть написано, чтобы брать одну на добę. Myślę, że lepiej nie przekraczać dawki. Nie mogę czekać. Кстати, странно, блин. Na twoim miejscu poleżałabym kilka dni. Wezmę prysznic. Po stream перезвоню, узнаю. Dobra, pomogę ci. Pomogi ci. Zaczekam, aż skończysz. Jakby coś, to wołaj. Mów do mnie. W razie, gdybyś, wiesz, zemdlał. Jak ci na imię? Aj, podsmatrywać to niechorosze. Madison. Спишь в котелу? Спишь на полу, говорит? Охуенно. Да. Jesteś jeszcze? Так. Так, przepraszam. Все, иди нахер. Я могу... Не, мешкам в месте. Можно я уйду? Cierpię на przewlekłą bezsenność. Zasypiam tylko в hotelach. Не pytaj czemu. Gdy czuję się wyczerpana, przyjeżdżam przespać tu noc. Ja... Jestem przejazdem. A czym się zajmujesz, Madison? Nieznajomych? A nie, nam w drugą stronę. Jestem fotografem. Robię zdjęcia mebli do magazynów wzornictwa nowoczesnego. A ty? Ja... Jestem architektem. То есть уйти не получается, да, отсюда, вот, от слова совсем. А, вон дверь-то. Bardzo dziękuję. Вот сволочь, не дал съебаться. Сбербанк работу предлагает? Да вряд ли. В пол 12 ночи Сбербанк работает? Да не, да что. Да и там Йота 999.
по-моему. Звонил. Да, 999, Йота. Это. У меня Йота была только одного человека. Ну то, по-моему, там не такой номер был. Посмотрим. Перезвоню после стрима. Ой! Итон. За Итона опять играем. Чё у тебя там смысл? А, жажда скорости. Уже отворить колейну фигурка. Фигурка. Так, как там завещал нам Ричард Б. Риддик? Правильно. У него там жажда уж была ж. А, блядь, чё-то мне это напоминает. А, помните? Фахринхейт. Когда там въебал таблетки, которые нельзя было мешать. С алкоголем, потом въебал алкашку, и он, сука, сдох. Просто. Тут, мне кажется, такая же ситуация может быть. Извиняюсь, чем дальше, тем хуже. Кто? Ты смотрел три раза материал для нарезки, три раза сдох. Кто сдох? Ты три раза сдох, пока смотрел. Первый раз. А, Фаренгейт, я понял. Первый раз забиваешь? Первый раз завше так działa на człowieka. Przyzwyczaisz się. А, защищаешь. Не хочу о том разговаривать, добра? Добре, да. То он. Ой, сейчас опять кутые будут эти. Насколько я помню. Мирослав Горда? Так. Мирослав Гондон? Картерблейд. Чё бы задать сколько? Ой, прям как. За нас учекни. Максимальная концентрация. Ой. На яйца кому-то наступил. О.
тебя! Блять, сука, неуклюжий пидор, блядь. Ну это пиздец. Все очень плохо. Блядь, нахуй ты в меня рыбы кидаешься? Концентрация максимальная. Где полазил Блейк? Resident Evil на минималках. Блять, в какой тупик зашел. А как стрелять? По всей видимости, никак. Ах ты... На нах! Твар! Бля, еще нихуя не понятно, какую кнопку жать, бля. Ну как-то быстро. В прошлый раз я, по-моему, слишком долго его хуячил. Что он сделал с курицей? Сделал из нее кошерную пищу. Стримить нет. Я уже, в принципе, заканчивать собирался. Вот, прям вот сейчас. Вот, потому что что-то прям... Конаёбит. Приболел. Всё-таки даёт себе знать, вот. На этом фоне... Со стримами хрен его знает, наверное, ну, до полного выздоровления, я так думаю, ну, на следующей неделе, скорее всего, только будет. Может, ну да, через неделю плюс-минус. Вот, очень нужно подлечиться, так сказать. Вот. Сейчас мы его разбудим.
Разбудим его, да. Блядь. Вставай, на! Где ключи от танка? Лампочка. Что с Иваном? Иван вон там в чате, он чуть выше что-то писал. А, это он ВКонтакте писал. А, левый. Левый, ёпта. Левый сосок. Вдохнул. Вдохнул, теперь можно и бухнуть. В принципе. Чего бы нет. Добрый день, товарищ мент. Сейчас за один момент. Вот он, я тут сидел, а вот меня уже тут нет, блядь. Все, вставай. Товарищ. Ой, холодос. Да, конечно. А, это ящики. Сука, как холодос, блин. В натуре. Чё он по ним, блядь, шароёбится? Коньяк в чуть-чуть втрепал, теперь можно и пивка, да, втрепать, блядь. А нахуй ты пустую бутылку поставил в холодильник? Там, блядь, есть 0,3. Ну, за пару глотков-то втрепал, хорошо, а пустую бутылку-то нахуя там ставить обратно, блядь? Пиздец, блядь. Читал, хорошо, молодец. А зачем он колупается в своих вещах? Странный человек. Да кто ж ты? А, это. Бабич пришла. Насколько я помню. А, другая. Я могу себя отозвать, как себе что-то припомню. Я думал, другая придет. Могу войти? Певне. Возьми твой плащ. Пальто.
Napijesz się? Tak, szklankę wody. Dzięki. Usiądź, przyniosę. Да, блять. Что ж ты делаешь? Детектив мудак. Ты где? А, вот ты где. Dzięki. Coś sobie przypomniałam. Może to nieważne, ale tego dnia, kiedy zniknął John, przyszedł list. List? Co za list? Wysłany do ojca John'ego. Nie wiem, co było w środku, ale po jego przeczytaniu wyszedł. Potem już nie wrócił. И мыслишь, что есть связь между листом и смертью Джона? Ну, может быть, может, поэтому и роется. То есть еще в связи с этим листом? А может быть, просто потому, что он детектив-мудак. На данный в дельнице Карнави. День перед зникнением Джонега. Nic ważnego. Poza adresem. Adresem? Wystukany na starej maszynie. Adres wystukany na starej maszynie, bro. Dziękuję, Loren. Dam znać, jak czegoś się... Czekaj, nie mogę tak siedzieć bezczynnie, a w tym czasie ty będziesz szukał człowieka, który zabił mi syna. Odkąd się zjawiłeś, dużo myślałam i... Chcę iść z tobą. Chcę ci pomóc w śledztwie. Блять. Заканчиваем сцену. Шикро, и все. Але не мамовы. Я уже не могу. Позволь себе помочь. Бо затримам коперте. Вуз альбо превоз. Блять, как поляк уже заговорил нахуй. Шикро, Лорен. Але делам сам. Иле следов уж пан зналазу, пане Шелби? Та коперта может допроводить пана до мордерцы. Ясно. То был помысл. Przepraszam, że zajmuję czas, panie Shelby. Czekaj. Czekaj. Ale z ciebie numer, Loren. Kakusia. Trzeba to przyznać. Jestem tylko matką. Matką, która chce znaleźć mordercę syna. Współpracujemy? Kłaty. Współpracujemy. Все, сохранение прошло. Прям вот можно уже прямо вот сейчас заканчивать. Попрацуем, помнишь, как ты идешь, то я тоже. Я так думаю. Сейчас смотрю на стрим, бля, как кокос, блядь, больше меня нахуй. Сука. Kapan. To co my tu robimy? My do Gordiego Kramera. Kramera? Ta wielka szyka od Kramer Construction? Jego syn. Myślisz, że on jest zabójcą z Origami? Na razie chcę tylko poznać odpowiedzi na parę pytań. Ладно. Раскормил, да. Ладно, что, будем на сегодня заканчивать. Практически 2 часа без 10 минут. Просто уже все, и горло неистово начинает болеть.
Вот, я так уже чувствую температуру еще на градус-то точно поднялась, или может быть на все полтора. Вот, завтра буду лечиться, запись стрима будет послезавтра примерно. Вот, там плюс-минус я пока не могу сказать, но точно. Вот, надо еще посмотреть, что там с Ютубом вообще случилось. Вот, полная там запись и будет, или не полная там запись будет, потому что, как я в начале стрима говорил, там лютая бабуйня просто творилась. Он там писал то, что РКН заблокировал YouTube, блядь, я не знаю, блядь, я вообще полная дичь. Вот, через раз работал. Вот. Так что, не знаю, посмотрим. Если хреново, будет перезалив на YouTube, если нет. Ну, я опять же в начале стрима об этом всем говорил. Вот, а на сегодня все, да. Сегодня хватит. Актуальное, так сказать, ну, расписания пока нет толком. Потому что я пока не знаю, в какие дни я свободен, в какие нет. Анонсы в любом случае всегда в группе ВКонтакте за день, за два, за три до стрима. Может быть, иногда бывает даже за час до стрима. Но... так что подписывайся на канал, вступай в группу ВКонтакте. Впереди много чего интересного, блять, и мне уже страшно, потому что надо Heavy Rain заканчивать, потому что надо Beyond перестримливать, Last of Us перестримливать, GTA, Ведьмаки, Dragon Age, что-то, Fear, Mafia, Max Payne, я его наберу, просто со всех сторон, блять, я не знаю. Ладно, выздоровлю, немножко подлечусь, через недельку продолжим Heavy Rain и там дальше потихонечку. А, там еще эфира, да, закончим между всем этим делом. Вот, ладно. Все, спасибо за внимание, за уделенное, так сказать, время. Еще раз говорю, подписывайся, вступай, ничего не пропускай, нарезки, топы. Что там еще? Обзоры. Вот. И, конечно же, стрим. Увидимся, я думаю, на следующей неделе. Вот. Я надеюсь, выздоровлю буквально быстренько. Так что, господа, прожимаем лайки и пока-пока. О, прям как бот-то на Ютубе, да, в эту в тему. Подписывайся на канал, ссылочка, да. Здорово. Ладно, все, всем пока.